Глава партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин опроверг заявление лжекоммунистов и в очередной раз призвал бойкотировать предстоящие выборы. Никто никого не поддерживает. Мы всех, наоборот, призываем поддерживать идею бойкота. Не идея, а решение нашей партии о бойкоте этих выборов, антиконституционных, антизаконных, антинародных. И тому же Дадону и всем этим другим, так сказать, кандидатам не мешало бы к этому прислушаться и не морочить голову людям, и снять все свои кандидатуры, отменить эти выборы и начать подготовку и провести досрочные парламентские выборы. И никакой поддержки никому. Во-первых, поддерживать тех, которые или больные, или слабые, или инвалиды. Если эти социалисты такие больные, то пусть они лечатся, а не бегают на перегонки, кто станет президентом. Президентом чего? Пустого места. И в воскресенье просим, чтобы никто не пошел, чтобы не продолжили эту тюрьму, эту ночь темную над страной еще на 4 года. Никакой поддержки, ничего. Коснулся Владимир Воронин и решения Марианы Лупы сняться с предвыборной гонки. Конечно, так не поступает, так не делается. Ездили, морочили всем голову и так далее. И вдруг бац, и снимаются. Я здесь вижу, что это они сделали под давлением. Под давлением извне. Те, которые имеют достаточно рычагов, чтобы повлиять так сильно на демократов, чтобы они сняли кандидатуру. И, видимо, у тех есть серьезные аргументы для того, чтобы так повлияли. Вот время покажет. Полную версию заявления смотрите сразу после выпуска новостей.